Так, всім доброго ранку. Є питання, є якісь думки за ці 2 доби. Розповім вам. Основна тема буде у мене, я розкажу про лідерів української армії времен Петлюри, да, которые, где у нас зародились отношения с Францией, именно в военном блоке. Как они развивались, как они отразились на развитии этого региона и в целом, как повернулась история. Интересные моменты будут. Ну и плюс, как обычно, освещу свой взгляд на многие вопросы. В общем, интенсивность жизни просто ужасает. И как бы людям не потерять психику, разум. Ну, за день проходит масса событий. Утром радуешься. Днем плачешь, вечером радуешься, ночью опять накатывает слеза. Ну и так вот и живем. Никому не пожелаешь этого времени. Это истязание над собой. И надо научиться с этим жить. Находить плюсы. Если мы не будем в этой заднице находить плюсы, то мы будем обречены. За підтримку дуже вдячний. Зачем на спілкування вдячний? Ну і за все вдячний. Благодарним бути – це дуже добре. Всі, хто там російські вилазять, ви мене можете дивитися, але коментувати ви не будете. Тому от ці всі дописи, типу, на вас всіх кабов хватить. Ну, один раз написали, я вас заблокував. Я викладаю періодично посилки на телеграм-канал Бутусов Плюс или того же самого господина Невзорова. Можете там смотреть эти ролики, и на вас хватает и пуль, и кабов, и всего остального. Спасибо партнерам, не обижают печеньками. Так, ну, пока мы спали, удар по Новой Почте был. Ну, видите, они террористы. Выбрали багажное отделение и сгорели сумки и вещи наших людей. Ну, они расскажут, что там была база неонацистов полка Азов, ну и т.д. и т.п. И были ракеты Storm Shadow. Ну, мы должны понимать, что это страна лицемеров, негодяев и лжецов. И так вот, это Одесса, которая верой и правдой служила 30 лет народу России, 98%. Ну, одесситы мне там пишут, да нет, это нет, да так, так. Я в 2018 году был просто потрясен взглядами Одесской области в целом, не только Одессы, на Россию и на все ихнее это, начиная от офицера, офицеры, ваше сердце под прицелом. И первый вопрос задавал себе, за что мы воевали. Да. Ну, Путин как-то полюбил этот город, не по-детски. Он киваловых истребляет. Поэтому каждый одессит, который голосовал за пророссийские партии «Родина», там, ОПЗЖ, «Наш край Одессы», ну и за ваши местные партии пророссийского толка, вы все являетесь соучастниками этого преступления, которое сейчас происходит и в отношении вас. Я со своим вот товарищем, который имел криминальные наклонности и за убийство добывал свой срок в Одессе, то и он общается с этими одесситами, ну, общение с ним невыносимое, невыносимое. Это люди, которые там корчат из себя каких-то духовников, ну, хотя и в тюрьме сидят, ну, находишь же себе какие-то оправдания о своих действиях. Но это люди заскорузлые, ретрограды, и которые остановились в развитии лет 40 назад. Ну, там я смотрел видео, россияне пишут, что это хаймарсы пусковые, они поразили 2. Ну, допустим, допустим, это так. Но они были без быка, они не детонировали. И поразили, потому что она заехала в посадку, да, а там уже россияне определяют, что все-таки она там стоит.
Ну, допустим, поразили. Как я вижу использование, протокол использования безопасности Хаймарсов? Это в первую очередь там, где стоит отстой Хаймарса, должна работать ЗРПКшка новая. Ну, у нас их нет. Вот сейчас в этой новой партии германской и литовской поступят два Скайнекса. Я так понимаю, Скайнекса ставят там, где первые лица государства живут, а не там, где военные ездят. Суперкам, например, одна из любимых моделей россиян, она работает уверенно в зоне 100-120 километров. Это максимальный радиус. Она летать-то может и дальше, но это все связано с ретрансляцией, когда она в онлайн передает тем, кто наводит. А так, этот Искандер и Искандер-М, они без подсветки координат, они бесполезны от слова совсем. Это просто мощное оружие, которое, ну, это пальцем в небо, ты слепой без него. Поэтому, первое, если вы отработали на востоке, вы должны уезжать на сторону запада на 150 километров. Это должен протокол безопасности быть. Там должен быть отстой. Не экономьте на бензине. Я не знаю, на чем там эти хаймарсы ездят. И второй, на этом тырле, там, где вы прячетесь, ну, желательно, конечно, было бы что-то бетонные капониры, но должна быть ЗРПКшка, да, которая смотрит, если, не дай бог, какая-то залп все-таки пролетит 150 километров, то вы ее снимете. Нельзя ездить вдоль ЛБС, нельзя. Вы даже можете на случайную залу, которая всем просто район висела, отрабатывала, попасть, и вы будете смертники. События в Грузии, ну, как говорит Геннадий Викторович Балашов, ну, сейчас режим хороший, пророссийский. Я бы о нем тоже дальше поговорю. Много интересных вещей наговорил он. Он нам предлагает конфедерацию, что в ней было плохого. Ну, людей сбивают, убивают, и это ж только начало. Иванишвили четко говорит, что он будет с Россией, и он забыл историю Грузии в отношениях с Россией. А сейчас нет диктатуры, да. По отношению к режиму грузинскому, Европа и США должны проявить всю свою жесткость, а не мягкотелые. Саакашвили под пытками сидит в тюрьме. Законы принимаются именно сейчас диктаторские, а не тогда. Я же говорю, Балашов это абсолютно советский человек, который на себя натянул какого-то либертарианца. Человек, который всю жизнь прожил, я же его биографию изучил до копейки. Всю жизнь прожил в госорганах, всю жизнь. Начиная от начальника управления торговли и заммэра города Днепра. Заканчивая депутатом Верховной Рады. Всю жизнь он пасся возле них. И когда он был в госорганах и с Черновецким на дерибане земли, у него и подбородок был такой, как у наших судей. Вчера выкладывал фотки Етребушна этих судей. Ну, такие, как эти собаки мастифа Неаполитана. Угу. Ну а сейчас он стал либертарианцем. То есть Грузию надо исключить из всех вот этих программ по приближению к ЕС и НАТО, однозначно. Потому что это Орбан будет тихо курит. Правят сейчас московские блатные грузины в Грузии. Ну а народу надо власть брать в свои руки. Стоять под наводометами этого мало. Изучайте труды Ленина и Сталина вашего. Главпочтам, телеграф, там, телевидение, да, банк. И занимайте. Смотрел вчера передачу «Певец» такой есть, ну, неплохо поет, мне нравится, Арсен Мирзоян, Запорожье. Красивый голос у человека. И он на фронт купил, передал 1460 джипов, да. И, например, «Мавика» он только передал 1000 дронов. Круто, повага. Пока готовил влог, смотрел новости. Молодая жінка выстрибнула с векна и вбила перехожую в Киеве.
28-річна дівчина вирішила вчинити суїцид і виконала з 14-го поверху. І упала на жінку, яка проходила. Ну, во-первых, нужно бороться за свою жизнь до последней минуты. Я всех призываю к этому. У меня личный опыт был, подо мной жил человек, фамилия была Горман, и он употреблял алкоголь и решил выпрыгнуть. А у нас под нашими балконами, лоджиями, был вход в универсам. И козырек такой большой был на первом этаже. И хорошо, что он решил выпрыгнуть в обед. Был перерыв, магазин закрывался на обед. Раньше такое было понятие, магазины закрывались на обед. Я даже забыл, что сейчас магазины круглосуточно работают. И он выпрыгнул, как раз упал перед входом, а так бы мог кого-то убить. Если решили прыгнуть куда-то, ну, я от этого отговариваю. Ни в коем случае это нельзя делать. Ну, сейчас это наркотики, секс, наркотики, рок-н-ролл, помешивание в голове. То прыгайте так, чтобы с собой не забрать на тот свет человека, в ничем не повинного. Помню, жил в доме там у одного футболиста, когда работал в бизнесе, Флореско был такой. Играл в Динамо Москве, в Арсенале киевском, национальная сборная Румынии. Это он жил на Поздняках. И женщина тоже работала в Кабмине, ушел от нее какой-то любовник богатый, и она сама спрыгнула, ребенка выкинула маленького, собственноручно, и кота даже выкинула. Ну, сумасшедший. Ты работаешь в кабинете министров, да? Воруй, воруй, Господи, у тебя сейчас вся жизнь впереди. Как говорит вот этот грузин, который про дороги, про окопы рассказывал. Мы 38 миллиардов там украли. Ну да, даже идоры не хотят в наших окопах сидеть. Два слова хочу сказать про полный цикл, например, производства заводов. Я считал, сколько нам нужно построить в Европе своих заводов. Повний цикл передбачає створення заводу з виробництва порохів та вибухівки, що буде здатен виготовляти 1900 тонн гексогену і ліварний цех з виробництва корпусів артснарядів потужністю 200 тисяч одиниць на рік. Він вводиться в три етапи поетапно. В перший год, коли строїться цей цикл, ви можете производити по інфраструктурі всього лише 50 тисяч снарядів, 50 за год. Это для наших вооруженных сил это 10 дней ЛБС. 10 дней. То есть завод мощный производит в первом цикле всего на 10 дней снарядов за год. На другой рік потужности вы доходите до цифры 100 тысяч снарядов. Такова технология. А на третий рік до 200 тысяч. А нам надо 1,3 миллиона в год снарядов. То есть нам надо минимум 5 огромных заводов построить. 5. Минимум. В Европе. Да. А мы только рассчитываем на помощь Рейнметалл. Будет строить или не будет. Вчера, кстати, президенту Рейнметалла, эти же, наверное, добрые русские, проживающие в Германии, спалили летнюю резиденцию его. Но они переживаются за нас 24 на 7. Поэтому вспоминаем мой ВОГ, что нужно быть обережным. И если вы выехали с Украины, в Украине небезопасно, а за кордоном и в три раза страшнее. Да. Поэтому нельзя себя афишировать. Даже, ну, представьте, представитель правления Рейнметалла, насколько влиятельный человек. То есть он общается там лично с первыми лицами государства, там, с Писториусом, Шольцем. И спалили дом. Вот этих двух же солдат в торговом центре зарезал. Он их даже не то, что где-то на выселках, просто в торговом центре. Поэтому, если мы не будем, а мы сейчас еще этого не делаем, то есть лето красное пропело, оглянуться не успело.
Я эту тему, кстати, дальше буду сегодня продолжать. В парадигме распределения помощи США нам. Мы заводы не строим по производству снарядов. Мощности, которые есть в Украине, они очень маленькие. Эти предприятия есть, там украинская зброя, бронетехника роблять, но це дуже мало, дуже мало. И поэтому наши солдаты, когда я вчера у Романенко хлопца слушал, командира роты, капитана, говорит, я слушаю вас в том году направление Запорожья. Кофе вы собираетесь там пить, билеты в Ялте продавать. А я вижу противника, и у меня нету 120-й мины. И говорит, по штатке все инициативы у нас, у меня мехрота была, все инициативы по управлению артогнем, аэробомберы, это все личная инициатива. Ну вот я, говорит, проявил инициативу, у меня есть сейчас мавики, то. По штату, то есть по распоряжению Генштаба и Ставки, этих инициатив не было. Она низовая. И деньги так же само собирают. Жена этого командира роты и друзья. И так они формируют боевую часть. И с помощью РЭБов садят кое-какие мавики россиян, поперепрошивали их и воюют российскими мавиками. По поводу, там часто многие пророссийские идиоты, ну, вот эти, кто на Любарского там дрочат и им подобных, рассказывают, что вам достанется всего лишь 8 миллиардов долларов с этой помощи, 61, а все остальное американцы себе забирают. Я вчера только смотрел, мой родной город Каменское, на озеленение, сейчас на цветочки, мэрия выделяет 13 миллионов гривен. 13 миллионов гривен. Сколько бы можно было каких-то рэбов купить на эти 13 миллионов гривен, будет озеленение. Я же говорю, сегодня город озеленен, а на завтра это Бахмут. Поэтому, если бы нам дали все 61 миллиард, то мы бы вот этих историй командиров мехроты слушали бы с утра до вечера. Денег нет, жена собирает, я мавики перепрошиваю российские. И США это понимают. Поэтому нам выдают пакет, который мы можем распоряжаться этими деньгами. 8 миллиардов они нам выделяют. Распоряжайтесь под нашим контролем. А все остальные деньги они будут заворачивать в программы по перевооружению. То есть, например, первый пакет идет. Они нам отдают со складов оружие на 23 миллиарда. Свои склады пополняют. Потому что у них есть тоже вызовы. Это первое. Потом там программа, например, специальные программы Пентагона в Европе 11,5 миллиардов. Мы же не знаем, например, откуда поступили нам атакамсы, которые у нас сейчас есть. То есть они звонят Дуде и говорят, Дуда, у тебя есть 200 атакамсов. Ты их передавай Украине, блок 2, блок 3. А мы новые эти ракеты, ну там она PRCSB, по-моему, она летит очень далеко и очень быстро на шести махах. Мы тебе передаем. И эти все темы бюджетируются. Или, например, мы поражаем какой-то точный объект в Крыму. Это вылетает какой-то там Е-7 или С-7 самолет, обслуживает наши ВВС Украины, подсвечивает. Это все расходы, это все деньги. Поэтому на эти все программы тоже выделяются эти деньги. И как они будут распределяться, это тайна за семью печатями. И слава Богу, слава Богу. Поэтому, когда нам говорят, что это зрада, нам дали только 8 миллиардов, то даже если бы дали только 8 миллиардов, это большая победа. А если остальные деньги, они понимают, что мы же потом читаем, что вот идет бои на Купянском направлении, и в 14 километрах строится школа за 300 миллионов гривен. Или, например, вот выкладывали тоже скрин, Славянское направление, в 12 километрах от ЛБС, Лиманское направление, строится мост за миллиард гривен, миллиард. Поэтому если нам дать 61 миллиард, то у нас будут все дороги заасфальтированы, забетонированы, даже возле передка, а оружия не будет. И американцы это прекрасно понимают. Вот вы брал этот Ковальчук, по-моему, берет интервью у Геннадия Балашова, мужчина. Он говорит, я только приехал с Константиновки вчера. Вот идут бои за Константиновкой, а в самой Константиновке и в сторону нашу
Асфальтируются дороги. Да. Я призываю, чтобы на передке выезжали эти бетоновозки и заливали доты, жботы по четвертому классу на месте. А они только асфальтируют. Вы для кого асфальтируете? Для россиян? Я же приводил пример, выкладывал жбот, который привозится на передок сейчас при Шмыгале. И какие были при Сталине? Толщина стены. Жботы у Сталина в 6 раз толщина больше, чем жбота Шмыгаля. Жбот, который делал Сталин, его перевести невозможно. Его надо заливать на месте. Точно такая же линия. Я вчера показывал Берлинский плацдарм. Я там жил. Любужское воеводство. Там была знаменитая оборона Берлина. Там подземные города были. Они сделали метро, которое возило снаряды. Человек меня там спрашивал, а це спрацювало? Та спрацювало. Если мы там почти миллионную группировку на Бранденбургском плацдарме, так нам же еще в тыл, не нам, а немцам в тыл били эти американцы и британцы, да, и бомбили сверху. Если на Бранденбургском плацдарме содержали, ну, убили там до миллиона советской армии, то она спрацювала. Миллион почти. Ну, конкретно вы на этом участке до 500 тысяч погибло. 500. У нас за всю войну, это ж вторая фаза, 2,5 года, 200 плюс 300, россиян 450 тысяч. А там на этом плацдарме, на этом черве, погибло огромное количество, 500 000 за короткий период. Эти все ФС работают. Прочитайте, пожалуйста, историю обороны в Первую мировую направление Волыни. Осовец, российская армия, как это все получилось, сработало. И я глубоко убежден, что французская линия Мажино, она бы защитила Францию, если бы они не смолодушничали на участке бельгийском. Они на бельгийском участке махнули рукой и не сделали. Там была дырка. И немцы этой дыркой воспользовались. Линию Мажино взять было практически невозможно. Когда Муссолини пошел на юге отбивать обратно Савойское королевство для Италии, то несколько дивизий Франции, имея укрепрайоны, разбили 57 дивизий Муссолини. Все. Там была горная местность. Сработало. Вот эта линия обороны Мезырицкий вал. Город есть Мензижеч. Вот это в том районе я был, это, ну, города зарыты. То есть немцы на те деньги, на ту экономику строили подземные города, в которых можно было жить. С вентиляцией совсем. А у нас мы на что тратим деньги? Только на, как говорит этот грузин великий, постоянно на Исландии обитал в канале. Мы успешно украли 37 миллиардов. А мы ямы роем неперекрытые. И как я вчера с товарищем разговаривал, да почему Сталин такие жботы делал толстые? А потому что там его сын сидел, Сталина. А сын Шмыгаля не будет там сидеть. Потому что эта война не кастовая. Касты большие, они ж не будут воевать. Задача больших касс – найти деньги для тех, кто будет вертухаем у них на обслуживание, и все. Она называлась «Лагерь дождевого червя». Поэтому, кто будет в тех краях и увлекается военным искусством, пожалуйста, посетите этот комплекс, он действующий. Я, например, жил на речке Варта, это начало обороны от этой лагеря, ну, дождевого червя, то... Там до сих пор вдоль речки Варта, вот так прямо перед домом, доты стоят. Огромные. И когда я смотрю на эти биотуалеты, так тогда не было такой термобаллистики. А сейчас какая мощная термобаллистика, и делают вот такие тонкие стенки. Ну, бред. Поэтому не минируем, не делаем комбинированных минных полей, не делаем правильных дотов, и каждый день читаем эту Deep State, в котором говорят... Росіяни просунулися. Все.
Так, аресты Попова в РПЦ происходят СБУ. Полностью поддерживаю СБУ. Это генералу армии ФСБ. Создана эта служба была Сталиным. Она подчиняется еще со времен Петра I. У них нет отдельной канонической вертикали. Они подчиняются государям. Все. Это политотделы. Кстати, по вот этой теме, что не бить по МПЗ, мы все-таки опять ударили по двум МПЗ. По-моему, Воронеж, Рязань, да. И попали нормально, потому что горело видео. Эти все установки очередные по перегонке. То греки просили. Греческие миллиардеры, которые возят бензин в США, просили повлиять на плохих украинцев, чтобы мы перестали бить. И Байден выкладывал Невзоров эти письма, это не фейк. Пяти банкам российским разрешили временно там до конца осени делать транзакции по покупке и оплате энергоресурсов. Ну, Байдена задача, чтобы рынок энергоресурсов был более-менее недорогой перед его выборами. Все. Деньги не пахнут. Я же говорю, американские компании плотно сидят в энергосекторе России до сих пор. И там все согласовано. Чуть слушал этого оправдания не Эрика Коха, а Альфреда Коха. Эрик Кох это был гауляйтер во Львове, по-моему. Я рядом возле его дома жил. Он в центре жил. И он Киселеву, разведчику знаменитому российскому, он тоже у нас сейчас типа за нас. Но не все разведчики. Кох говорил, что не виновата я, он сам пришел, Борис Абрамович Березовский. И ничего я не брал, пусть Певчих покажет счет, на котором лежат эти деньги. Спикер ПВВС Украины, парень молодой, сказал, что F-16 будет после Пасхи. Ну, после Пасхи это когда? В каком году? Декабрь, грудень 2024 года, это тоже после Пасхи. Они нужны нам очень. Почему мы затягиваем, непонятно. Был удар атакам с тремя по населенному пункту Кубань. Это возле Валуек российских. Ну, со стороны Купянского направления. Луганская область, север. Ну, мы там видели все, уже пересчитали. Даже моя мама, 116 человек трупов. Из личного опыта в таких лагерях, а у россиян большая ставка на мотострелков, и там одна из ракет била по лесу. Я предположу, что в этом лесу стоят эти палатки. Такие лагеря обычно не меньше 7 батальонов, поэтому сколько пострадало личного состава вооруженных сил Российской Федерации, неизвестно. Знает только начальник базового лагеря. Все. Операция была сверхуспешная. Вчера было 1 мая. Ну, мои воспоминания – это открытки советские с ландышами «Мир, труд, май». Дед меня водил, обычно перекрывали центр города, и мы шли все на парад. В школе мы, как члены ВЛКСМ, должны были под запись идти. Нас пересчитывали в начале парада. Потом я присоединялся к деду. Мы шли возле горкома партии, площадь имени Дзержинского была. Ну, все по фэншую. И первый секретарь горкома партии кричал: «Проходит агродоминый цех номер один, металлургический комбинат имени Дзержинского». У нас все Дзержинского было. Ленинцы, дзержинцы, все днепродзержинцы. Ну, вот так вот, все было перепрошито. И мы говорили: «Ура, товарищи!» Мы говорили: «Ура!» Доходили мы до улицы конца Сыровца, заходили за угол, у деду там наливали во дворе стакан водки, и он пил за трудящихся Советского Союза. И шли домой дальше праздновать. Это было обычно, как на Новый год, застолье. Бабушка уже шуршала на кухне. Вот такие мои воспоминания. Ну, потом шашлыки пошел в моду. Национальный армянский вид спорта – шашлыки. МЗС України представила ще аватара Вікторію, яка буде офіційно коментувати консульську інформаційну медіа, і її будуть роботи. Написали цього робота, тому якщо ви будете ругатися і комусь жалуватися,
Вы должны понимать, вот напротив вас сидит это я, а тут будет сидеть девушка-робот, Виктория. Можете орать, можете кричать, можете головой биться об стол. Нет. Будете общаться с ши-аватаром Виктория. Ну, на фронте аватары это синяки обычно. Нельзя и голову повернуть на ухо, он уже пьяный лежит и обоссанный. Такого хватало. Вікторія створена на основі реальної людини української співачки Розалі Номбре. Я не знаю таку співачку, чесно говоря, не сильно в наших исполнителях. Ну, от этого армянина знаю з Запорожжя. Класно поет. Да. Он на маске пел, я за него болел. Драконом был. Классно, офигенный голос. У него питали, ти зміняєш этой Антоніні своїй жені? Он не, говорит, ви що, говорит? Сумасшедший, я його обожнюю. Повіримо йому на слово. Ну, он такой парень в расцвете сил. Представьте, 1460 пікапів передав армії. Монстр вообще. Так. В Дніпрі беседа з переселенкою з Луганська. Ну, там база одна. Заехав на неї. І, в общем, разговор зашел, ну, надо стране помогать. Она, какой стране? А я не знал, что она с Луганска. Она там типа подкировывает этой базы. Какой стране? Где вы видите эту страну? Я говорю, что-то нотки какие-то мне не нравятся ваши. А когда люди говорят, так она же с Луганска приехала сюда. Вот хочется спросить у них, чего вы сюда едете, если вы здесь не видите государства? Чего? И вот даже такие наводят ракеты. Из хорошей партии, вот сейчас нам Германия передает оружие, ТЛРС, этот радар очень мощный, очень нужная штука. Один Skynex, это зенитка, но она дорогая. Я не шел бы по пути Skynex. Skynex это мега дорого. Идите по пути Бурча. Бурч, в принципе, делает то же самое, что и Skynex, только за совсем меньшие деньги. Я не знаю, куда того Skynex поставят. На дачу Ермаку. И самое важное, они передают 3000 матадоров ПТРК. Это очень нужно. Потому что, я так понимаю, с ПТРК у нас вообще грустно. Ну, мы вообще мало производим. Ну, наш ВПК, конечно, курит газету. Может, меня там случайно будет с Укроборонпрома люди смотреть. Я так понимаю, смотрят. Ребята, стройте 5 заводов, вам надо 5. Даже с этой помощью, которую вам дают европейцы, вы же видите, европейцы только начали помогать без США, вы сразу задохнулись. Вам нужно построить 5 заводов и вводить по 3 очереди в него. Да. Не смена, а 3 очереди введения завода. У нас бывали дни, когда хотят россияне сделать клин. Они выстреливают до 60 тысяч снарядов в день. В день. А завод новый, мощный, страна-то, 50 тысяч производит в год. Услышьте. Там, смотрел, россияне крутят ролики, ну, пропагандисты, что надо уворачиваться от FPV-дронов, когда он летит. Я любому дурачку хочу сказать, если ты идешь в обвесе, у тебя, начиная от каски, у тебя рюкзак, у тебя РПС висит, у тебя броня килограмм 11, и еще эти берцы, и автомат, то никуда ты не увернешься. Если случайно ведром картошки сбил там какой-то FPV, считай, что тебе повезло. Я же еще раз повторюсь, если мы не сейчас не бросим все силы на строительство этих заводов, уже поздно, уже поздно. Как и нарезного ствола калибр, так и гладкоствольного. Перспектив у нас мало хороших в этой войне. Можно телеканал Freedom, как говорит Лещенко, вот этот журналист, он же пропагандист, что если не будет телеканала Freedom, то будет очень много разных мнений в стране. Я не знаю, что они курят, эти диджеи.
Балашова Суша, он говорит, а что плохого конфедерация? Ну от ДНР, ЛНР просили язык, но он манипулирует, они же не только язык просили. ДНР, ЛНР просили в первую очередь два армейских корпуса Российской Федерации на территории Украины. Называли их полицией ДНР, ЛНР. И вот этот журналист, который берет интервью у Балашова, он меня иногда смотрит. Берите правильное интервью, вы же задавайте неприятные вопросы Балашову. А как армейский первый и второй корпус назвать милицией ДНР, который спокойно должен перемещаться по территории Конфедерации? А как инициатива ДНР и ЛНР полностью блокировать любые внешнеполитические начинания Украины? То есть у этих двух банформирований должно было быть право вето. То есть Верховная Рада голосует не 28 депутатов Верховной Рады, а у этих двух формирований имелось право вето на любую инициативу нашу внешнеполитическую. Балашов это опять начал уже антигосударственной херней заниматься. Я же говорю, Балашов уже давно нафантазировал в своих сказках на 15, да, с конфискацией. Он даже сказал в этом интервью, что Хамас это не очень и плохо, Хамас это санитары леса. Ну да. Он говорит, общественность почему возмущена? Если у вас, у евреев, зарезали 1400 человек, а вы уже убили палестинцев 31 тысячу, это справедливо? Нет. Остановитесь. Мне кажется, Балашовым скоро и Моссад займется, да. И по безобидности Медведчука, он говорил, что это, Медведчук это полезная прививка для Украины была, не надо было его трогать. Медведчук уже перед второй фазой вторжения создал 5 телеканалов, создал с Порошенко огромный бизнес, скупил пол страны тут опять тем, он при Януковиче так не взлетал. И Медведчук победил на городских выборах, ОПЗЖ взяли юго-восточные регионы все. Следующий этап был после местных советов, это Верховная Рада. И не 20 депутатов, 28, а большинство Верховной Рады Медведчука. Балашов вообще со своей головой не дружит. Вот просто. Да. И Зеленский же что с ним сцепился, с Медведчуком? Уже Зеленский зашел на электоральной базе ОПЗЖ в парламент, а когда увидел, что Медведчук съел его местные советы, он с ним развязал войну. Зеленский же Медведчука не за пророссийское схлопнул, а из-за того, что они в одном корыте кушали. Все. А сейчас Зеленский шляхетный, и он стал Володимиром. Был Володей, а стал Володимиром, да. Но не до конца. Потому что окружение Зеленского – это же антимайдановцы. Так. Кстати, по вот этой Кущевке хочу отметить, которой мы нанесли удар по базе сбора КАБов. Хороший момент, надо перегружать ПВО, запускать этих недорогих кучу трандулетов, перегружать ПВО, пусть они все выстрелят, чтобы на наш недорогой трандулет летела ракета за полмиллиона долларов. А потом туда отправлять вкусняшки с большим БЧ. И сгорел гарантированно Су-35 один, а второй Су-30 был поврежден значительно. Вот, мы еще суперприз взяли два самолета. То есть запоминаем, сначала летят трандулеты, потом летят атакамцы. Интересная тема, как французы появились в Украине после окончания Первой мировой войны. Когда был подписан этот Парижский мир и началась революция в Российской империи, Франция, Англия и Россия были партнеры. И сфера интересов Украина была отдана Франции, как сфера военных интересов. Вот аналогично, например, была отдана Франции, например, Сирия тогда. И согласно этой директиве, французские войска имели план высадить 17 дивизий на юге Украины, занять их, отбить Украину от Красной Навалы, оказать помощь Деникину и другим войскам, Врангелю, Корнилову,
в борьбе с красными и потом, в общем, сохранить Украину для будущей России. Наш вот этот Скоропадский, которого хвалит Романенко, он сначала аж подписал документы о военном сотрудничестве с Германией. Когда Германия рухнула, он через несколько недель по требованию Антанты подписал соглашение с Антантой и заключил договор о том, что мы являемся частью Российской империи. За этот договор его свергла наша это, Коновальцы, Петлюра и другие люди, и Винниченко. Винниченко был за то, чтобы встретить здесь Красную Армию большевиков. Петлюра и другое крыло имели другие виды. Французы, когда зашли через Бессарабию и высадились в Одессе, они быстро захватили юг Украины нынешней, это Херсон, Николаев и Крым. Но дальше они не пошли, и стала это буферная зона. Армия УНР выдвинула на юг, чтобы фиксировать точку разграничения с французами, атамана Григорьева, и он там стоял с большой группировкой. Французы не признавали сначала Петлюру, и Грушевского, и ну, все их окружение. Потом они поняли, что эти будут воевать против большевиков. Для французов были большевики угрозой номер один. Разочаровались в Деникине и договорились, по рукам ударили с Петлюрой. Что они будут как-то совместно этому противодействовать. На первом этапе интервенции французов была введена одна дивизия французов, а не 15, и две дивизии греков. Две дивизии греков. Потом ВЧК Троцкий подкупили атамана Григорьева, и атаман Григорьев перешел на сторону красных. Красные его поддержали провизией и вооружением, и атаман Григорьев разгромил французов на юге. Остатки французского... А французы формировали вот эти дивизии на добровольной основе. То есть после Первой мировой войны регулярные войска, срочную службу, они распустили. И когда он выбил с юга Украины французов под флагом Красной Армии, было предательство армии УНР, он потом разочаровался опять в Красной Армии и стал независимым уже. И от дедушки ушел, и от бабушки ушел. Синдром Ивана Багуна. И красные уже подкупили Нестора Махно. И Нестор Махно на очередной стрелке убил этого предателя, многостаночника, атамана Григорьева. Вот так у нас начались отношения с французами. Французы долго вели переговоры с нами, с представителями Петлюры. Будем, не будем, дам, не дам. Вот так французские отношения у нас зарождались 100 лет назад. Ни к чему хорошему они не привели. Есть такой памятник, стоит в Киеве, там пушка вот эта, арсенальная, по-моему. И один из создателей в армии УНР, генерал Хорунжий, был Смовский Константин Авдеевич. И этот Смовский Константин Авдеевич, он в армии УНР создавал артиллерийские войска, мортир. Он сделал вот этот бронепоезд, который поехал на Круты оборонять станцию эту. Еще раз повторюсь, то, что нам сейчас историки наши рассказывают, пропагандисты, на Крутах ничего такого не было. Армия УНР приняла бой, было очередное предательство конного полка, который шел на помощь. И те, кто держали оборону Крут, они просто сели на поезд и уехали в Киев. Понятно, были какие-то небольшие потери. Про мальчиков в трусиках это все придумано. Я нахожусь абсолютно на стороне украинской. Это все высосано из пальца, бред, и все. Это самобичевание, пропагандистская история. И Смовский руководил обороной Крут, а потом он переехал обратно, возвратился в Киев и подавлял большевистский бунт. Когда есть такие истории описанные, когда подъехали пушки Гайдамаков и расстреляли баррикады пролетария в центре Киева, этим руководил Смовский, Константин Авдеевич.
И еще был Аверкий Гончаренко. И этих два потом командирам отходили с войсками Петлюры в сторону Варшавы, принимали боевые действия в разгроме Тухачевского под Варшавой. Потом служили они по лет 10 в армии Пилсудского офицерами. Приняли первые бои против немцев в 1939 году. Попали в плен к немцам. Из плена немцев были освобождены, предложено было им сотрудничество. И оба участвовали в создании, например, 30-й дивизии СС, там, где были большие формирования украинцев. Это был Исмовский Константин Авдеевич и Аверкий Гончаренко. Но важно продолжение темы с французами. Исмовский Константин Авдеевич в составе 30-й дивизии СС создали они два батальона. Один батальон был Один батальон назывался имени Ивана Богуна, а другой батальон имени Тараса Шевченко. Их направили на границу со Швейцарией, это Восточная Франция. Восточная Франция. В район города Безансон. В районе города Безансон была главная задача уничтожить партизанские формирования французского сопротивления. Эти два батальона под командованием Смовского Константина Авдеевича опять посадили в Дахау. Он немного побыл в Киеве в составе войск вермахта, а потом опять загремел в Дахау. Но батальон функционировал. И эти два батальона вступили в отношения с сопротивлением французским, подняли бунт там, где они были расквартированы, убили старших офицеров немецкой армии и перешли на сторону Франции, да, и стали воевать потом в составе французских войск сопротивления. И у них все получилось успешно, даже было окружение батальона имени Ивана Богуна, но они с него вышли. Это была 30-я дивизия СС, была такая знаменитая боевая операция «Бельфорский проход». Это были боевые действия в районе города Безансон и Понтерли. Это там, где сейчас находится Фрайбург, Германия, вот стык трех стран. После того, как закончилась Вторая мировая война, приехали политруки НКВД, пообещали, что с вами ничего не будет, возвращайтесь в СССР. Из двух батальонов, это было примерно 1000 человек, 100 человек возвратились в СССР и сразу же получили в Новороссийск, их привезли, от 10 до 25 лет лагерей. А те, кто не поверили, остались воевать и стали основой французского легиона при Деголе. И это была первая группировка, которая поехала воевать во Вьетнам, в Южный Вьетнам. Их же сразу перебросили во Вьетнам и в Алжир. Знаменитые такие офицеры, которые воевали за французский легион и возглавляли эти войска, это были Лев Гоба и Иван Заречанский. Да. Поэтому вот у нас сейчас руководит французским легионом Ющенко, это ж не случайно. Украинцы всегда, вообще в 1850 год, то каждый третий наемник в разных армиях мира, ой, Европы, это были украинцы. Да, мы шли в найм воевать, да, за деньги. Это была очень распространенная практика. Это был способ выжить и сделать себе карьеру. Мы воевали и за поляков, за кого только не угодно они воевали, за всех. В том числе и за россиян. Многие знаменитые победы, написанные кровью наших украинских солдат. Лев Гоба потом... Он работал с ЦРУ долго, эмигрировал в Америку. И Аверкий Гончаренко, и Лев Гоба, они все уехали в Америку. И тот же самый Смовский Константин Авдеевич.
А когда переходила вот эта 101-я дивизия десантная, на секундочку остановлю. 101-я дивизия десантная, знаменитая США, тогда была на этом участке фронта. И чтобы согласовать все действия боевые с двумя батальонами 30-й дивизии СС, которые перешли на сторону Франции, и к ним на переговоры отправили двух этнических украинцев, десантников. Один из них был Уолтер Кузьмук. И они полностью согласовали в районе этого города Безансон все боевые действия. Поэтому есть своя уже история отношения с французской армией, начиная от 1918 года и заканчивая там 1956 годом. Единственное, что были и плохие моменты, когда Франция подыгрывала Польше, делали буферной зоной Польшу и в Европе. И Франция очень плохую роль сыграла, когда армия ЗНР воевала с поляками. Французы там полностью ослабили армию ЗНР. Было и такое. Но опять же, тогда Украину разорвало на куски. И вот представьте, в этой операции с французами атаман Григорьев имеет огромную группировку, разбивает французов и греков на юге, переходит на сторону большевиков, а потом его также разводят через Махно. А потом Махно разводят. Это получается, когда, знаете, когда ищешь, ну, матрешки. Одну матрешку поднимаешь, там еще меньше. И так россияне полностью всех поссорили, всех губами столкнули и всех обнулили. А потом спецслужбы их добили в Европе. Делаем выводы. О вводе войск Макрона в Украину, ну, я повторюсь еще раз, это бред, это просто болтология. Это на простой манере, если пересказать его фразу. Если я когда-нибудь буду в Малайзии и увижу Путина, то я ему набью морду. Он говорит о том, что, чего никогда не будет. Самая большая форма участия французов в этой войне – это передавать нам высокотехнологичное оружие, которое будет геймчейнджером. В Газе научились делать бомбы из грелок, которые передают американские фонды гуманитарные. И они уже выложили инструкцию, как делают из этих грелок шикарные бомбы. Все посмотрели видео, там, ну, жительница города Днепра, мама слуга народа, облсовет, призер Олимпийских игр по гребле. А дочка рассказывает, что в Днепре живет тут нищета. Россияне нам еще покажут, прилетит нам на головы бомбы. Она сама чемпионка Украины по гребле. Она уезжает в Дубай. Жительницы города Днепра не знают, где купить прокладки. И мы тут кушаем только сало, по-моему, да? Ну, в общем, девочка много наговорила. Я прочитал с переписки, что она в прошлом чемпионка. А сейчас есть подозрение, что она в употреблении наркотиков находится, эта девочка. Слушал немного Кочеткова, это бывший ракетостроитель из Днепра, помощник Кучмы, на Альфе он выступал. И он рассказывал, что у нас есть масса наработок по ракетам, это надо только финансировать. И для старта надо на это выделить 2 миллиарда долларов. И у нас есть такая система, которая бьет на 300 километров, намного круче Патриота. Но я должен сказать, что это в основном болтология. Может, у нас что-то и было, но сейчас ничего нет. Вот сколько ни говори слово Вильха, там, Торнадо-С, Верба, Кельчень, ну там они многие поназывали, оперативно-тактический комплекс Гром, Днепр. Ну где они? Где? Где они? Где? И единственное, он сказал, что вроде бы вот это КБ «Луч», они выехали в Европу, и их в Украине нет. И вот это весь Нептун они делают в нужном месте. По назначению короля Польши, когда я рассказывал, что люди с корнями из Полтавской области были королями Польши, Михаил, да, Вишневецкий, то принцип назначения короля был такой, что, например, были 5-6 Ахметовых в Польше, шляхтичей,
И они выбирали слабого короля, которому можно было указывать, что делать. Ну, это, в принципе, так у нас и президента в основном выбирают. Хочу два слова сказать о... Есть такой хоккеист Зак Хайман, звезда НХЛ, один из лидеров Эдмонтон Ойлерс и партнер слева фланговый атакующий нападающий к этого МакДэвида, звезды НХЛ. И этот Зак Хайман, он родился в семье мультимиллионера, застройщика Стюарта Хаймана, канадского. И полюбил хоккей. Отец своих детей, их было несколько, отправил в детские школы и специально для них покупал детские команды хоккейные. Этот Зак Хайман играл в хоккей с утра до вечера, получил честное образование в университете. Только в 23 года он начал играть в НХЛ после окончания университета. И отец даже для него покупал агентство по его продвижению, промоушену. И сейчас это реально человек с мега богатой семьи является топ-звездой НХЛ. Невероятный трудяга, обаятельный, приятный парень в жизни. И он еще является знаменитым канадским писателем, который для детей пишет сказки. Зак Хайман. Вот такая удивительная история. Когда в богатой семье такой замечательный парень, который именно своим трудом стал великим. И он, кстати, в Эдмонтон Ойлерс уже является обладателем 5 или 6 рекордов. Даже пару рекордов грецкого побил. Трамп погрожує припинити допомогу Україні, якщо Європа не збільшить свою частку в цій допомозі. Я вважаю, давлення Трампа на Європейський Союз, воно обосноване і правильне. Чому? Тому що, як показала ситуація, починання президента Чехії знайшов 2 мільйони снарядів, все хорошо, тільки на фронті нічого немає. И очередная помощь сейчас вот даже Германия, там же в пакете 5000 снарядов 155-го выстрела. Ну, бывают такие ситуации, что на фронте надо за день выстрелить 10 тысяч снарядов. А они 5000 могут нам дать раз в 3 недели. Этого мало. Понятно, что им и за это спасибо. Но если раньше делали Польшу буферной зоной в Европе, была такая концепция после Первой мировой войны, что все, что будет прилетать, пусть прилетает в Польшу. И, в принципе, Польша из-за этого страдала. Ее и в 20 веке рвали постоянно на куски. То есть сейчас, к сожалению, такой буферной зоной становимся мы. Норвегия очередной нам пакет выделяет. Страна, у которой нет природных ресурсов, нету ни кваса, ни газа. Не, газ есть, кстати. Газ есть и рыба треска. Очень вкусная рыба. Не ел давно. Выделяет нам очередные 633 миллиона долларов. Надеюсь, их не разворуют. Представьте, в Константиновке дороги сейчас делают. А в моем городе они думают, что недалеко от ЛБС 13 миллионов гривен на цветочки. И так по всей стране. AstraZeneca признала в суде, что ее вакцина против ковида может вызывать редкие побочные эффекты, ну, типа в виде тромбоза. Эта AstraZeneca спасла миллиарды людей, но если у кого-то возникает тромбоз, ну, не все так хорошо бывает, да. Я за вакцины, я благодарен вакцинам, и если изучить историю человечества, то вот я вчера рассказывал, ну, в том влоге про Вишневецких, 33-39 лет, это были долгожители, это были деды с вот такими вусами. А сейчас мы спокойно живем, даже под бомбежками до 90 лет. Это благодаря вакцинам.
Німеччина розглядає план послаблення контролю за інвестиціями, щоб привабити китайські гроші. Ну так, щось постійно літає в Китай і хоче оживити цей ринок. І Європарламент, і Урсула фон дер Ляйден сказали, що ми гроші російські трогати не будемо, тому що китайці на нас давлять. Китайцы говорят, если вы хотите, не хотите, чтобы мы с экономики Европы выдернули огромные деньги, и у вас евро просел, то не трогайте Россию. Кстати, вот этот знаменитый генерал, которого мы там постоянно цитируем, Уэсли Кларк, его дед и бабка были с Белоруссии, с Могилевского района. Ну, он там постоянно сейчас пишет в прессе статьи о том, что в Америке надо возобновить срочный призыв в армию, отказаться от контрактной. Я считаю, нужно развивать технологии роботов в первую очередь, а срочная служба, ну... В 21 веке с таким уровнем интеллекта и образования человек не должен ни одному государству, ни своим почкой, ни своим сердцем, да. Если человек сам решил воевать, там, умирать, ну это его право, да. А дохну. Государство все для того делает, например, многие государства, чтобы человек не смог выжить в этом государстве. Ну да. Когда продавали, как мой товарищ говорил, когда продавали Криворожсталь, тебя же меня на конкурс не позвали, чтобы нам дать пакет акций. Деребанили Кучма, Пинчук, Ахметов. А как плохо Кучма, Пинчук вылетают и Ахметов вылетает в Швейцарию на Сардинию, а у тебя появляется масса обовязки. Британия тестирует первую в мире индивидуальную вакцину от рака. Ну дай бог, господи. Кстати, есть хорошее вот это заболевание, которое у меня есть, аутоиммунное, что оно агрессивно ест и раковые клетки. Поэтому ты вроде мучаешься псориазом и артритом, но... меньше есть вероятность заболеть раком. Смотрю фильм, я уже не помню какой, а по-моему про мафию. Про сицилийскую мафию, город Корлеоне, там в центре Сицилии он есть. Было выражение, лишь голодранцы могли себе раньше позволить свободную любовь. Ну да. А, кстати, два слова хочу сказать о... индустрии проституции в Западной Украине. У них есть такое выражение, где можно поточить свою саблю на стороне, шаблю на стороне. Первый в реестре отмеченный публичный дом во Львове, это был в 1450 году. В книгах было отмечено, что выделяются деньги на ремонт водопровода публичного дома. Первый публичный дом был возле городского арсенала города Львова. Обязательно австрийская администрация требовала санитарную книжку от проституток. Потеря санитарной книжки обрекала женщину на... ну, на плохое существование. Поэтому санитарной книжкой дорожили. За нее платили пьянцы. Любимое место для проституток снять клиентов был, например, парк Франка. Там раньше была дума заседала австро-венгерская. И там были всегда богатые люди жили. Держали бордели Львова еврейки, в основном женщины. Улица Леся Курбаса, эта улица, она небольшая, находится параллельно этой центральной площади, там, где находится оперный театр. И все публичные дома знаменитые были на этой улице Леся Курбаса. Были такие докладные полиции Австро-Венгрии, что в 1885 году 1000 проституток со Львова прибыли в публичные дома Буэнос-Айреса. В Австро-Венгрии, в Венгерской империи за аборт давали 20 лет. Да. Противозачаточным средством одно время было мыло, сваренное на молоке. Были такие легенды, что проститутка-девственница могла вылечить
от сифилиса, от венерических заболеваний. Ну, сифилис очень сильно гулял в те времена. Ну, по теме проституток Львова заканчиваю. В общем, эта профессия в этом прекрасном городе была уже давным-давно и нормально функционировала. Хочется отметить, может, меня какие-то СБУшники смотрят, высокопоставленные, когда вы будете заниматься господином Ермолаевым. Он выступает постоянно у Карасева и на Политеке. Вы просто послушайте, что он говорит, этот Ермолаев. Меня написала тема Ермолаева «Анальная пробка». А Т9 исправил ее на финальную пробку. Рубрика стоит над героем Алеша в Болгарии «Русский солдат». В общем, лидер забайкальской группировки меценатовские Дмитрий Ведерников. 11 убийств и 14 тяжких преступлений. Выходит на свободу, едет к нам, так называемое СВО. А потом же, если, не дай бог, выживет, будет ходить по школам, в честь него парту сделают и рассказывать, как надо родину любить. Стоит над горой Алеша, в Болгарии русский солдат. Кстати, по оборонным линиям, оборонная линия Бреславу, красные войска же ее так не взяли. Уже было отдельное распоряжение, чтобы Бреславу немцы сдали. Там погибло 1100 красноармейцев, штрафбатовцев, да. Они 100 лет назад или 70 лет назад города подземные строили, а мы сейчас нормальную яму вырыть не можем. Человек, которому я симпатизирую, Федоров, вице-премьер, Минцифра, показали рэп, ну, на видео все работает красиво. Мавик летит и потом падает. Это рэп называется «Парасоль-1», «Парасоль-2». Для защиты позиции от вражеских дронов радиус до 200 метров. И «Парасоль-2» для защиты техники с возможностью подключения к бортовой сети. Да дай бог, чтобы оно работало. Немного слушал, есть такие, по-моему, Олесь Довгий. По-моему, Олесь Довгий. Он такой правдолюб. И он кричит, что нам корейский вариант не подходит. Я лично тоже за то, чтобы зеленый клин Владивостока, Хабаровска, присоединился к Украине. Я вообще хочу, чтобы не было Российской Федерации в природе никогда. Но одно дело толкать речи, а другое дело реально смотреть на ситуацию. Для нас корейский вариант это будет подарком судьбы. Для того, чтобы мы еще свой политический строй сохранили на той территории, на которой мы проживаем. А просто толкать речи безответственно. Ну, не от большого ума. Ну, и заканчивая выражением, слушал этого чуть-чуть. За мной Хрещатик, за мной Майдан. Он сказал, что мой телеграм-канал – это профессионализм, патриотизм и совесть. Хочется спросить у товарища Гордона, который начинал с гадалок, с пирамидок Ши Тсу, с того, что тут нас постоянно Кобзоны давали интервью и им подобное. Как это можно назвать патриотизмом и совестью? Ну, так, в принципе, все. Всем хорошего дня.